Что делаешь? Рисую маму. Расскажи мне про Архипа. Архип мне однажды сказал, то, что он меня защитит. Кто такой Архип? Архип? Это Архип. Мальчик, который на самом деле... Терминатор. Я не терминатор, а гоночный призрак. Он мне рассказал про терминаторов, про себя. И он рассказал то, что еще есть Балди с линейкой. Это такой мальчик, он с линейкой и уже все о нем знают. Как он ходит, покажи. На тебе потом. И там даже... Как его зовут? Балди с линейкой. И вот там... И как он линейкой делает? На! Это где он ходит? По школе? Да. Архип мне сказал что то, что... Архип сказал? Архип мне сказал то, что он защитит меня от этого Балди. А сначала он рассказал то, что он гоночный призрак. И он сказал то, что он охотится на терминаторов. А терминаторы это большие дядьки. Понятно. В общем, у тебя новый жених, да? У Архипа что, прическа красивая? Да нет, у Стаса прическа красивая. Это твой старый жених? Да. А у Архипа что? А Архип не защищает от этого Балди. Там еще вышел в Ютубе классный прикол там. То, что мама, папа и девочка прыгали, и там они побоялись то, что пока они там прыгают с этой девочкой, ну, придуманной девочкой, там она все время в игре заставляет прыгать. И там они боялись то, что придет Балди с линейкой и отшлепает их хорошенько. Линейкой? Да. Кошмар. Что у вас там творится в группе, да? Ужас. Смешно же. Ты маму не дорисовала? Что это такое? Мама. Мама? Красивая. С короной? Угу. И что еще у нее? Бусы? Угу. Еще футболочка розовая. Розовая футболочка? Это у нее розовый воротник. Воротник? Угу. Прям красота. Ты у нас прям художник, да? Угу. А сережки забыла маме нарисовать? Нет, вот они, кружочки. А, хорошо. А бровки где мамины? Забыла. Зеленые брови? Вообще-то они такие были. И вообще типа зеленый. Дорисовала? Еще нет, почему? Нам шлепает по жопе. Зачем это? Бамблби придет, маму отшлепает. Нет. А что тогда? Я знаю, то что придет. Директор школы и ошлёпает кукол всех. Ладно, дорисовывай давай. Дорисовывай, красоту делай. Кого, шутку? Да. Расскажи нам шутку. Жил-был однажды директор, пошел на дражную школу. Сказал он учителю. Ой, придумала анекдот. Жил-был однажды Незнайка. Пошел Незнайка однажды в школу. Спрашивает у него учительница. Незнайка, а где твой носок? Не знаю. Незнайка, а где твой дедушка? Не знаю. Незнайка, как готовит твоя бабушка? Не знаю. Незнайка, когда твоя сестра клеит уроки? Не знаю. Что в следующем уроке... Все выучил, да? Чтоб следующему уроку все узнал. Приходит Незнайка домой, спрашивает у бабушки. Бабушка, где мой дедушка? На войне он. Бабушка. Где? Как ты варишь? Аккуратненько. Бабушка, а где мой носок?
под кроватью он. Приходит Незнайка к сестре, спрашивает у сестры: сестра, сестра, как ты делаешь уроки? Клеточку под клеточку. Приходит Незнайка домой. В школу, наверное. Приходит Незнайка в школу. Спрашивает, стукается головой в стол. Спрашивает у него учительница: Незнайка, Незнайка, где твой дедушка? Под кроватью он. Незнайка, Незнайка, а где твой носок? На войне он. Незнайка, Незнайка, как варит твоя бабушка? Клеточку под клеточку. Все? Так. Учительница спрашивает Незнайки: Незнайка, Незнайка, а как делает уроки твоя сестра? Аккуратненько. Все, а твой смех козырный. Давай. Мушка, да?